Дорогие друзья, в этот праздник, День защитника Отечества, мы говорим слова благодарности всем, кто выполняет государственную задачу по денацификации и демилитаризации территории Украины. Всем военнослужащим, добровольцам, волонтерам, кто оказывает посильную и гуманитарную помощь. Все вы защищаете Отечество. Главные слова благодарности и поздравления мы говорим, конечно же, нашим ребятам, которые находятся в зоне специальной военной операции. Спасибо вам за вашу отвагу, мужество, за вашу смелость, терпение и выносливость. Вы наши герои. Мы гордимся вами. Вашими руками делается история. Сегодня вы освобождаете мир от фашистской чумы. Мы желаем вам здоровья, крепости духа, веры, правое дело и, конечно же, победы. Мы ждем вас живыми и здоровыми, с победой домой, с праздником, с Днем защитника Отечества!